Good morning, everyone. It's a little... Доброе утро. По-моему... Доброе утро. По-моему, немножко громко. Еще есть люди, которые заходят в зал. Но нам много чего есть обговорить и недостаточно времени. Поэтому я думаю, я начну. Сначала хотела бы представить тех, которые сидят здесь со мной на сцене. И мы начнем наш разговор, и потом перейдем к нашим заседаниям. С левой стороны доктор Даниэла Бунструп, которая работает на Федеральном министерстве экономики и энергетики. И, конечно, Германия сегодня и в этом году организовывает это мероприятие. Большое спасибо. Доброе утро всем и добро пожаловать с нашей стороны, добро пожаловать в Берлин. Мы очень рады вас здесь всех видеть. Мы очень впечатлены, под большим впечатлением от того, что вы все сюда приехали. И вы знаете, что Германия поддерживает многосторонний подход, и мы хотели бы, конечно, обратиться ко всем тем, которых пока еще в недостаточной мере здесь представляли. Германская правительство также поддерживает работу на высоком уровне. И от имени германского правительства я хотела бы поблагодарить вас всех за вашу работу, за вашу поддержку при разработке нашего доклада высокого уровня. Я думаю, мы сегодня бы здесь все не были, если бы вы так не трудились бы над нашим докладом. С тех пор, как этот доклад опубликовали в июне месяце, у нас был процесс совещания между разными правительствами. Такого никогда еще не было. В нем участвовали ученые и разные другие сети. Все активно участвовали над разработкой этого доклада и сообщением, согласованием этого доклада. И хороший результат, хорошее такое резюме вы можете прочитать онлайн. Ну, конечно, и другие тоже, которые участвовали в них, я хотела бы их упомянуть, Юридик. Результаты их работы будут представлены вам в обед 28 ноября. Мы теперь, конечно, ожидаем дальнейших ваших докладов и вклада в нашу работу. Я с большим нетерпением жду наших переговоров теперь. Германию попросили ООН организовать это мероприятие в этом году, и наша страна будет, конечно, нести ответственность за то, что мы сегодня здесь разрабатываем. На протяжении следующих месяцев мы хотели бы пригласить еще больших участников сюда с тем, чтобы использовать их очень ценный опыт, ценные знания. Потому что только если мы соберем всех, только тогда нам удастся создать действительно инклюзивный диалог. Мы хотим поработать над тем и подумать над тем, как может выглядеть такой интернет, как мы можем это все реализовать, как это должно выглядеть в деталях. И мы действительно надеемся, что мы найдем конкретные детали на наши вопросы. Дамы и господа, хотела бы попросить вас всех, действительно всех, участвовать в наших дискуссиях над этой программой. Пожалуйста, участвуйте все в этом диалоге. Я с большим нетерпением жду этих дискуссий сегодня. Еще раз добро пожаловать. Большое спасибо. Спасибо большое, Даниэла. Хотела бы теперь представить двух остальных участников здесь у нас на сцене. Фанг Шаджамен, который нас консультирует при 75-м юбилее ООН. Он занимается передовыми технологиями и был
он занимается новыми технологиями по поручению генерального секретаря ООН. Он представит нам сейчас некоторые аспекты своей работы. Бенедитус Фонсека, который здесь тоже с нами присутствует, вы, наверное, все его знаете. Он уже на протяжении многих лет работает над этой тематикой. Он представляет здесь не правительство Бразилии, а приехал к нам с тем, чтобы поделиться с нами своим опытом работы в рабочей группе в UNCTAD. Теперь я хотела бы попросить господина Хушельда прийти к нам с тем, чтобы представить свои идеи. Мы еще вам хотели бы вкратце объяснить, как это все было создано. В 2015 году мы начали консультативные программы. Мы просто попросили участников разделиться на рабочие группы, группы по интересам и... Сегодня мы будем слушать все эти группы. Конечно, у нас есть также возможность подключиться к нам онлайн. Вы, конечно, хотите, можете сидеть, где вы хотите, но если вы хотите выступить, то попрошу вас взять тот микрофон, который предназначен для вашей группы, которую вы представляете. И, пожалуйста, представьтесь перед тем, как вы выступите. Мы хотели бы вас попросить, чтобы вы выступали не дольше, чем 2,5 минуты. В 12:30 мы уже начнем с подготовкой к следующему заседанию на высоком уровне, поэтому время у нас ограничено, и мы хотим его эффективно использовать. Итак, слово предоставляется господину Фабрицио Хушельду. Доброе утро. Я очень рад сегодня с вами быть в этом маленьком таком зале, таком уютном. Сначала хотел бы поблагодарить страну, которая нас здесь принимает. Это Германия, конечно. Это очень впечатляет, как вы это все организовали. И для меня большая честь сегодня модерировать эту дискуссию. И также я удостоен большой чести работать вместе с Лин, которая на протяжении многих лет вела эту работу. Как она... Ее нам будет не хватать, конечно, и когда она... если она не будет больше этим заниматься. Как Лин сказала, мы хотели бы по-максимальному использовать этот форум, который по сей день, наверное, самый большой по своим масштабам. Этот промежуточный доклад действительно соответствует целям нашего форума по управлению интернетом. Речь идет об укреплении нашего сотрудничества между правительствами, гражданским обществом, научными сотрудниками. Конечно, это сотрудничество уже существовало на протяжении многих лет и в других рамках, конечно, помимо этого форума. Но мы получили впечатление, что это просто не соответствовало уровню того вызова, перед которым мы стоим. Международное сотрудничество абсолютно необходимо с тем, чтобы использовать эту технологию и как-то ограничить риски, которые с этим связаны. Доступ к цифровым технологиям во всем мире должен быть обеспечен. 3,66 миллиардов людей до сих пор не имеют доступа к интернету. Но и есть, конечно, группы, которые выступают за
ограничение интернета, что, конечно, угрожает нашим обществам. Большая часть работы, конечно, зависит от национальных и региональных правовых рамок и политических мер. Но, конечно, в связи своим характером, конечно, интернет сам переходит границы, переходит границы страны, нации. И речь идет действительно о том, как мы можем соответствовать этому глобальному характеру интернета. С тем, чтобы уменьшить и ограничить нашу уязвимость от этих, по отношению к этим рискам, мы должны разработать такую программу. Раздробленный интернет является действительно угрозой для справедливого интернета, который, в принципе, был задуман теми, которые создали его. Генеральный секретарь Эрик Шмидт, бывший директор Google, и в какой-то степени Брэд Смит в своей новой книге, все они говорят об этом предстоящем раздроблении интернета и разделении его на две части. С одной стороны стоит Китай, а с другой стороны стоят Соединенные Штаты Америки. Европа, Америка, Китай, Россия, все, конечно, создают разные, иногда друг с другом несопоставимые правила для интернета. Есть тенденция к тому, что мы пытаемся ограничить эти данные на границами стран. Но мы не можем позволить себе таких несопоставимых правил, которые разделены, раздроблены, потому что таким образом мы просто потеряем свободный, безопасный и глобальный интернет. И также мы потеряем способность каким-то образом защищать самых уязвимых. И вот этот вот замечательный, неоспоримый, и теперь даже абсолютно необходимый интернет, конечно, имеет все плюсы цифровизации. И даже не переходя в какие-то дистопичные, отрицательные характеристики, нам всем ясно, нам всем надо понять, какие угрозы, какие отрицательные стороны есть у интернета, и надо как-то их обрабатывать конструктивным и открытым образом. Я принесу вам пример, где мы все согласны, например, преступление по отношению к детям в онлайн. Количество докладов и картинок с детской порнографией в интернете усилилось и увеличилось за последние годы. В 1998 году мы считали только 3000 докладов, а в прошлом году это было уже 45 миллионов фотографий, видео онлайн. То есть в два раза больше, если я не ошибаюсь, по сравнению с предыдущим годом. И здесь мы согласны все, во всех странах, во всех группах стейкхолдеров. Нам надо лучше контролировать интернет в этой области. И мы понимаем, насколько мы еще не приспособлены защитить эту группу детей. И, конечно, это особенно важно на международном уровне. Мы еще недостаточно развиты в этой области, чтобы
правильно и соответствующим образом отвечать на этот вызов. Тут мы действительно еще на самом начальном этапе. Конечно, управление интернетом – непростая задача, нам всем это ясно. И легислация, то есть правовые законы вообще еще недостаточно развиты. Мы должны создать среду, где и улучшить ее, потому что сейчас уровень сотрудничества уменьшается, особенно в тех областях, в которых нам это особенно нужно, особенно необходимо. Речь идет о цифровых технологиях, ну и других, конечно, очень важных приоритетных областях, как, например, изменение климата. Мы лучше должны отвечать на географические неравенства. Особенно мы должны учесть роль глобального юга. Я считаю, что в 28 странах ЕС уровень взаимосвязанности достигает где-то 90%, а в странах, которые на самом низком уровне развития, конечно, имеют очень мало взаимосвязанности. Там уровень достигает только 20%. Это только одна четверть этого приблизительно. Даже и инфраструктура, которая нам требуется для этих цифровых систем, если ее не создать, то это все приведет к монополизации и к зависимости этих развивающихся стран. Когда мы говорим о стандартах, о правилах, то я хочу сказать, что многие из вас, которые сегодня здесь сидят, приехали к нам из развитых стран. А те, которые приехали из юга, конечно, из тех стран, которые больше всего могут потерять, если развитие не произойдет. Я благодарю Германию за то, что в этом форуме мы смогли собрать людей со всех стран мира, и не только из тех стран, которые обычно доминируют в таких форматах. И я надеюсь, что и в будущем нам удастся организовать и удержать такой формат. Я не думаю, что мы можем себе позволить довольствоваться тем, чего мы достигли по сей день. Мы должны стараться увеличить участие женщин в таких форумах и также других групп, которых обычно не слышат в таких дискуссиях, в таких дебатах. Главная сессия дает нам важную возможность для разных стейкхолдеров, для разных представителей разных стран сообщить нам о цифровом сотрудничестве и о глобальном цифровом сотрудничестве. Тут мы рекомендуем открытый консультационный процесс, актуальный В 2020 году мы будем праздновать 75-летие ООН с этими целями. Мы попробуем, конечно, поговорить о совместных ценностях, совместных целях для лучшего цифрового сотрудничества, для лучшей цифровой архитектуры. Генеральный секретарь ООН, всевозможно, тоже назначит уполномоченного по этим вопросам. О цифровой архитектуре тут нам нужен форум по управлению, форум плюс, который будет укреплять этот многосторонний подход и предложит нам новые формы, новые структуры. Мы попробуем создать платформу сотрудничества с тем, чтобы разработать лучшие результаты и политически поддержать тех, которые в этом нуждаются.
помимо этого, нам нужна, конечно, архитектура, которая будет уже использовать уже устоявшиеся механизмы и которая будет использовать горизонтальные сети, которая будет иметь, которую поддерживала Task Force. Тут участвовала даже и ICANN. И речь здесь идет о стандартах и нормах, другими словами, о структуре, которая не централизирована, децентрализирована. И потом третья опция, которая упоминается в докладе, это архитектура общих достояний. Тут ООН в общем координирует эти процессы. Международное сообщество пытается здесь разработать принципы с тем, чтобы поддержать сотрудничество и разработать какие-то области как общее достояние и поддержать диалог с тем, чтобы разработать нормы и законы и правила. Чтобы вам дать вкратце обзор, что сейчас происходит в области 5А и Б, мы получили комментарии от 500 разных групп интересов, то есть мы получили очень много-много ответов и предложений. Что нам стало ясно после того, как мы получили ваши вклады, это то, что на уровне правительств присутствуют совершенно разные мнения. Некоторые боятся, что это будет как-то влиять отрицательно на деятельность свободных рынков, и что они таким образом потеряют свободную структуру интернета. Другие же желают себе больше вмешательства и больше правил, особенно когда речь идет о защите данных. Потом есть группы, которые заботятся о том, беспокоятся о том, что международная политика будет как-то влиять на их регулирование. То есть очень много скептицизма, очень много недоверия в возможность создать международные рамки для нас. Поэтому я слышу, в принципе, неоднозначные мнения. И амбиции такие очень минималистичные, недостаточно высокие. И люди даже устали от этих политических различий. Маленькие группы, которые могли бы больше всего получить от защиты норм, например, стоят с одной стороны, с другой стороны стоят другие, которые как-то пытаются это все предотвратить. И некоторые пытаются вообще остаться незаметными в такие времена разногласий. Если же мы хотим достичь прогресса, если мы хотим создать такие механизмы защиты, если мы хотим поддержать и создать универсально глобальный, безопасный и свободный интернет, нам нужно участие и работа и поддержка всех наших участников, всех наших групп. И предсказания, если вы хотите, прогнозы генерального секретаря а также ведущих технологических групп, наверное, реализуются, если мы ничего не будем делать. Мне всегда кажется странным такая тенденция, если мы не сравниваем
Что же произойдет, если мы не будем действовать по сравнению с тем, что произойдет, если мы все-таки будем активно действовать? Если мы сравним это, если мы сравним то, что мы можем, чего мы можем достичь путем переговоров, путем компромиссов, и сопоставим этим с национальными какими-то целями, собственными идеалами, то, конечно, это всегда меньше, но я думаю, что мы не должны равняться с идеальным сценарием, но если мы ничего не будем делать, то, конечно, будущее поколение, будущим поколениям придется за это платить и очень высокую цену. Я думаю, я надеюсь, что мы разработаем здесь путь совместно, как можно будет усилить существующую архитектуру. Если мы разработаем рекомендации 5А и Б, даже если это будет совершенно маленькая частица, это все равно поддержит всеобщую архитектуру, к которой мы все стремимся. Это будет очень важно, и мы думаем, что если это связать с 75-летием ООН, которое будет праздноваться, и если мы сейчас посмотрим, куда же они движутся, если мы совершенно открыто и трезво посмотрим, с какими вызовами мы имеем дело, какие пропасти перед нами лежат, если мы это все ясно увидим, то я думаю, что момент 75-летия ООН будет хорошим моментом, хорошим временем, с тем, чтобы мобилизировать все наши усилия и поддержать свободный, безопасный и глобальный интернет. С большим нетерпением жду ваших комментариев по отношению к этим рекомендациям, и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы эти рекомендации соответствовали вашим комментариям. Еще раз большое спасибо за ваше время, еще раз большое спасибо за Германии, за возможность здесь собраться. Спасибо. If we could just ask the AV to put the... Теперь мы попросили бы нашу технику, чтобы они нам показали бы эти два слайда, чтобы увидеть, какая у нас программа, повестка дня для сегодняшнего дня, и потом, значит, и часть сегодняшнего доклада. Мы переходим сейчас к первому заседанию, первой сессии, так сказать. Речь идет об отчете высокопоставленного комитета, и особенно речь идет о реализации рекомендаций 5А и Б. Мы вначале договорились, значит, 40 минут будем собирать общие замечания, а потом мы архитектуру и рекомендации посмотрим более подробно. Это всего будет, значит, 80 минут на это. И если это будет возможно, вот есть просьба использовать микрофон, независимо от того, где вы находитесь, чтобы представить вашу группу. И вы видите здесь этот слайд. Вы видите, что уже мы предусмотрели соответствующую структуру, так что вы видите в зале, где находятся соответствующие микрофоны. Спасибо. Вот, господин посол, да. Хочу господину Хочальду сначала Хочальда поблагодарить за введение в нашу сегодняшнюю дискуссию. Благодарю вас за то, что меня пригласили на сегодняшнее заседание. Как Лин уже сказала, я здесь не в официальной функции, как представитель Бразилии нахожусь. Я сейчас в Бостоне работаю, и это большая честь для меня присутствовать сегодня здесь на этом форуме.
Я надеюсь, что удастся внести вклад в эту работу, потому что я накапливаю много лет опыт с управлением интернетом в рамках форума IGF и в других форматах. И вы уже сказали о том, что рабочая группа хотела бы укрепить сотрудничество. Мы немножко изменили структуру нашей рабочей группы. И особенно мы новую рабочую группу специальную для усиления этой работы, этого сотрудничества создали. И мы в конце концов увидели, что получаем те же, но очень похожие результаты, как уже получили вот во главе с моим венгерским коллегой. Хочу в этой связи поблагодарить господина Хойзера и поздравить его. Сначала поздравить его с назначением на этот пост. Вы были движущей силой именно по созданию этих разных групп управления интернетом, и я уверен в том, что вы это замечательно будете справляться с этой задачей. Конечно, все-таки предстоит значит, большая работа, но вы справитесь с этим, я убежден. Значит, мы используем оставшееся время, чтобы пригласить вас подключиться к нашей дискуссии, участвовать в нашей дискуссии. Я сейчас должен сказать, я не совсем знаю, насколько это уже реализовано, но идея первоначально была такая, чтобы вы вот садились вместе в рамках вашей группы, и чтобы потом смогли бы вы циркулировать, так сказать, между разными группами и собирать разные мнения, разные точки зрения из разных групп, если это не уже было сделано. Может быть, это сделаем сейчас. И вот для этой первой части нашей сегодняшней работы в рамках нашей сессии, наверное, правительство должны там, представители правительств должны там сидеть, но, может быть, если те, которые там позади уже заняли места. Но, как уже сказал, в первой части речь идет об общих комментариях, а не о специфических каких-то рекомендациях. Это возможность для вас сделать пару общих, более, так сказать, всеобъемлющих ремарков в связи с цифровым сотрудничеством или же в рамках вашей группы. А во второй части мы перейдем уже к более конкретным рекомендациям, которые будем обсуждать. В первую очередь хочу сейчас призвать представителей правительств участвовать в нашей дискуссии. Не стесняйтесь, пожалуйста, пользуйтесь этим микрофоном совсем с правой стороны. А вот там бизнес находится тоже с моей стороны на правой стороне, а вот на другой стороне, совсем слева от меня, это, значит, частные, то есть и технические организации, техники, так сказать. Вот сейчас я призываю вас, то есть даму из гражданского общества сначала. Вам представляется слово, но я должен только предупредить, чтобы очень коротко только выступать и быть очень конкретным. Я знаю, что есть такая соблазн, так сказать, бывает все обо всем рассказывать, что вы делали, какой у вас был опыт, но у нас просто мало времени и очень ограничено время, поэтому я буду очень строгим. И председатель мне просто так и сказал, что я должен это сделать, мне дал такое указание, так потому я прошу вас ограничиваться двумя минутами или двумя с половиной минутами, к сожалению. Слышно все, да? Хорошо. Меня зовут Мелин Фанг.
Я представляю People-Centered Internet, и совместно с Винсом, одним из отцов интернета, я создала этот центр. И сегодня я здесь, потому что Даглас Энглбар не может присутствовать сегодня здесь, чтобы и от его имени здесь выступать. Он был один из первых двух человек, то есть он создал одного из первых узлов интернета, и он был бы очень был бы рад, если он увидел бы, к чему пришел сейчас интернет. Он в 2013 году умер, к сожалению, но он говорил всегда, что есть такие большие шансы для создания сетей между разными группами общественными. Я думаю, что это и видение как раз было отцов интернета. И я должна сказать, что история на нашей стороне находится, что вот и эти представления, идеи, которые привели к созданию интернета, на самом деле могут быть сейчас реализованы в рамках этого, кто у вас сотрудничества. И Даглас тогда сказал, что такие протоколы могут быть основой для такого сотрудничества, то есть сетевые структуры, в которых можно сотрудничать и систематизировать это сотрудничество. Значит, социальные системы – это была бы основа для нового поколения сотрудничества. Спасибо. Томас Шнайдер от правительства Швейцарии, пожалуйста. Спасибо, Бенедикто. К сожалению, отклик, то есть эхо здесь очень такой сильный. В зале сначала спасибо за представление отчета и особенно за рекомендации по архитектуре. Как вы, наверное, знаете, Швейцария поддерживает этот формат высокопоставленной группой на высшем уровне. Мы считаем, что это, как мы надеемся, правильный путь для того, чтобы преодолевать некоторые разногласия, некоторые споры, разные мнения, рассуждения во мнениях, которые еще существуют. Мы видим это как инспирацию, которая может нас, которой можно руководствоваться, когда уже следующие шаги для системы управления интернетом будем предпринимать. Самое главное в отчете стоять и говорится о дефицитах, которые имеются в настоящей архитектуре. И сначала надо посмотреть на то, в какой мере мы на самом деле можем согласиться на результатах этого отчета, чтобы и стороны были бы представлены, разные группы были бы представлены из пороговых и развивающихся стран. И это не обязательно, что все стороны смотрят по-одинаковому на эти пункты. И впоследствии этого есть такая взаимозависимость между разными отраслями, и надо гибкий подход выбирать здесь. И следующий шаг должен быть такой, чтобы мы посмотрели, насколько возможно говорится о функциях, которые надо улучшать, чтобы цифровое управление и сотрудничество в этой сфере улучшать. Надо сначала получить общую картину, которая представляла бы всех сторон, где был бы такой многосторонний диалог, как в рамках IGF, но еще более крупный, так сказать, формат, чтобы договориться, о каких проблемах говорим сначала, чтобы договориться потом о решениях для этих проблем. Потом надо получить политические сетевые структуры, которые, в свою очередь, старались бы решать эти проблемы, и потом нужны нам будут соответствующие механизмы поддержки. Да, значит, потом мы будем разговаривать о разных рекомендациях. Спасибо, Томас. Сейчас хочу вам в первой здесь впереди зала, да, вы представляете гражданское общество, вам слово. Доброе утро, меня зовут Эндрю Каплинг, я являюсь директором консультационной компании, я представляю частный бизнес. Я думаю, что вступительные слова были очень хорошим, замечательным, но хочу сказать, что нету консенсуса о том,
что определенные материалы должны быть блокированы. Нет консенсуса существующего. Например, как детская порнография. Я в Сингапуре, я присутствовала на прошлой неделе в одной конференции, и вся стремление блокировать определенное содержание со стороны некоторых членов технического сообщества считается крайне сложным с технической точки зрения, даже если речь идет о детской порнографии и стандарты. Было бы связано с тем, что такие содержания все-таки, возможно, было бы еще легче распространять такие нежелательные, такое нежелательное содержание, педофилия и так далее. Но, значит, для технических фирм, может быть, проще было бы даже получать, зарабатывать деньги за счет этого. И, к сожалению, очень мало участия политиков в рамках таких форумов. Так что бывают очень экстренные даже мнения, с одной стороны, очень либеральные мнения и подходы, например, что, чтобы не блокировать распространение такого содержания. И мы должны все-таки участвовать в таких форумах. И поэтому моя просьба, вот следующий форум в Ванкувере, ITF-форум будет в Ванкувере, и я прошу присутствующих все-таки присутствовать на этом форуме, чтобы ваше мнение там излагать. Да, если это не случается, то тогда таким образом будет усилена эта тенденция отрицательная, что люди должны будут даже мигрировать, чтобы защищаться от определенного содержания. Господин Макавел, хочу вам представить слово. Вы представляете Великобританию, наверное, вы в другой функции здесь находитесь. Да, один год тому назад я сидела бы там, но сейчас я нахожусь здесь, в этой части зала. Я работаю в европейском рамках европейского диалога по управлению интернетом, и результаты наших консультаций мы представим в четверг, 12:30. Я не точно знаю, где будет эта презентация, но как только мы знаем, уточним, в каком зале, мы вам об этом скажем, конечно. Еще хочу обратить внимание к тому, что на самом деле это очень важная инициатива европейского IGF, европейского форума. Если вам интересно будет получить физическую, так сказать, копию этого отчета, вы найдете там мнения разных стейкхолдеров, разных европейских институций, Совета Европы, но Европейской комиссии, представителей гражданского общества, представителей правительств и отдельных лиц и компаний. Вы найдете этот отчет, на нашем стенде EuroDIC. Вы можете это взять с собой. Но, конечно, и на нашей странице в интернете вы найдете eurodic.com. Но европейские заинтересованные группы или стейкхолдеры очень выступают за эти процессы, и мы очень рады будем презентовать вам наши результаты. Получили очень много поддержки в этих целях, и некоторые элементы, критерии стали очень ясным среди европейских групп. Именно есть сильная поддержка именно основываться на существующих многосторонних механизмах, чтобы участие техники по устойчивому развитию, по защите прав человека, по свободному трансферту данных, обмену данными, использовать это в онлайновом режиме. Есть много поддержки за общее направление, то есть
поддержку этих целей нашего отчета. Наша идея не заключается в том, чтобы создавать новые механизмы, новые процессы. Мы хотели бы избежать дублирования. Но есть согласие о том, что имеющиеся механизмы необходимо подкреплять и усиливать, развивать, чтобы получить лучшие результаты. Это ясно здесь выражено. И еще два пункта в связи с высказыванием. С одной стороны, казалось бы, что вопрос изменения климата, защиты климата не очень отражен, получил отражение в этом отчете, и многие об этом сказали. Может быть, в будущем и этот аспект, этот момент, возможно, лучше учитывать. А второй вопрос касается СМИ. Европейские телевидения, радио, телевидение сказали четко о том, что их роль недостаточно была озвучена, отражена, поэтому я поддерживаю предложение IGF создать такой форум для техники, технологий. Я поддерживаю этот момент, я долго уже работаю в этой сфере. Мы хорошо помним, что был специальный уполномоченный по интернету, и это было очень важное назначение в рамках системы ООН. А европейские стейкхолдеры, они хотели бы, чтобы опять же получили бы такого человека, такого омбудсмена или уполномоченного, чтобы был бы такой координатор всех усилий в рамках системы ООН. Значит, европейские стейкхолдеры, они радуются очень сотрудничеству в рамках системы ООН с вашими коллегами, радуются уже реализации этих шагов. И мы сегодня и еще в четверг более подробно будем об этом говорить. Спасибо, Марк, спасибо за ваши замечания. Вы видите, что он получил больше времени, потому что он говорил о региональном процессе, региональном подходе. Это для нас, конечно, полезно, но все-таки я должен предупредить еще раз всех здесь выступающих, чтобы ограничиваться буквально двумя или двумя с половиной минут, иначе придется вас очень невежливо перебивать. Извините, пожалуйста, но это необходимо, крайне необходимо. Вот коллега из Кубы, вам представляется слово. Спасибо. Я хочу говорить об IGF+. Вы найдете это на нашем веб-сайте. Я сейчас хочу только сказать следующее общее. Значит, мы говорим о цифровом сотрудничестве. Я хочу о концепции говорить вообще этого сотрудничества. Вот если посмотреть словарь, сотрудничество – это значит сотрудничать вместе в общих целях. Значит, не может быть сотрудничества, если нет общих целей, в пользу которых работаем вместе. Кажется, что как будто это очевидно, но история показала, что многие попытки сотрудничать не были успешными, потому что некоторые из сторон просто уже довольны были статус-кво, то есть состоянием дел, и просто не признавали, что существуют какие-то проблемы, которые видели другие стороны. Поэтому исходная точка для всего сотрудничества – это определение общих целей на двух уровнях. Сначала на высшем политическом уровне все стороны должны договориться об общих целях. И великолепный пример этому – это первый абзац. Декларации, Женевской декларации об информационном обществе. Первый абзац. И если на высшем политическом уровне договорились стороны, тогда дополнительно необходимо еще обнаружить другие цели на техническом, на более
точном или подробном уровнях, и потом уже обсудить, как можно добраться этих целей. Вот это был бы мой вклад. Спасибо, Уан. Теперь хотелось бы предоставить слово вам, уважаемая дама, пожалуйста. Да, я буду говорить на французском языке. Я из Бенина. В этом году в рамках африканской школы по интернету мы работали над этими рекомендациями. Мой вопрос, если иметь в виду африканский контекст, где предыдущая модель управления интернетом не везде пока, значит, применяется или вообще пришла к нам в Африке, везде. Думаете ли вы, что нужна нам новая уже модель, если предыдущая модель пока также не дошла до нас, так сказать? Большое спасибо за ваш вопрос. И теперь... Прошу. Я из Бангладеша, мой вопрос, можете ли вы получить... Нет информации. У меня, к сожалению, нету. Я ничего не слышу. У меня вопрос, как может этот репорт может быть продолжен для того, а как может этот отчет внести свой вклад в то, чтобы мы можем им пользоваться? Это мои два вопроса, которые я хотел бы задать данной. В рамках данной сессии. Большое спасибо. Эти два пункта, которые были названы, я думаю, в дискуссии будут обсуждаться. Я думаю, некоторые из этих взносов, так сказать, будут обсуждаться в нем. Я обращаюсь на левую сторону, и после двух следующих выступающих я закрою список выступающих и передам слово Лин, чтобы она затем была ведущей в следующей части нашего заседания. Рауль Чедвери также еще может выступить, но после этого будет закрыт этот лист, значит, после этот список. Значит, 4 человека, которые будут выступать. Большое спасибо, господин посол. Меня зовут Рассенти Ях. Я представляю Министерство иностранных дел Франции. И я выступаю от имени посла Анри Рюев, который отвечает за цифровые вопросы. Хотел бы поблагодарить ООН и поздравить вас с тем, что вы проводите данную работу, в частности, в рамках организации HPVC. Это очень важная работа, которую вы здесь проводите. И цели поставлены очень хорошие, как и другие правительства. Мы немножко сожалеем о том, что работы немножко временно отодвинулись, и что возникло такое впечатление, что все происходит, так сказать, под каким-то что-то делать там в тишине. Мы не знали, например, не знаем даже, будет ли ограниченное число участников или нет, можем ли мы в этом участвовать или нет. Моя цель не состоит в том, чтобы предоставить Франции какую-либо ведущую роль, но вы знаете, что Франция очень активно работает в области цифровизации. В 2018 году мы провели соответствующую конференцию в Париже. И мы хотели бы получать информацию о проведенной работе, и чтобы у нас не было впечатления, что мы получаем лишь информацию по частям или только лишь частичную информацию.
Мы хотели бы вот прекрасный имидж данной организации не ставить под угрозу. Мы хотели бы, чтобы здесь все действовали прозрачно, транспарентно, доверительно. Доверие, уровень доверия в интернете снижается, и поэтому мы должны следить за тем, чтобы было больше прозрачности. И это является одним из важных, самых важных, стремлений нашей организации. Большое спасибо за ваши слова. Хотел бы сказать, что одна из целей данного заседания состоит именно в том, предоставить представителям затронуть именно вот все эти вопросы и конкретно показать, что данное заседание является частью процесса, посвященному улучшению уровня прозрачности. И что будет? Теперь я хотел бы себе представить слово господину в зале. Коротко представьте себя и вашу организацию. Большое спасибо. Я являюсь независимым консультантом. И хотел бы говорить о IGF+. Хотел бы вам представить, что через несколько месяцев будет возможным. Речь идет о использовании интернет-стандартов, которые смогут сделать мир надежным. Это уже осуществляется. Я коротко буду выступать по данной тематике, а именно в среду в 13 часов в помещении в зале номер 3. А здесь речь идет о концептуальных рекомендациях, которые мы хотели предложить в рамках форума по управлению интернетом. Это не будет презентация, а будет рабочая группа с конкретными представлениями или рекомендациями о том, как эти рекомендации могут быть реализованы. Исходя из этих рекомендаций, вы можете установить, что существует целый ряд заинтересованных сторон, которые никогда не были представлены в форуме, но они должны быть представлены, если речь идет о реализации. Это касается вопроса образования, промышленности и далее. Это нам показывает, что модель GF+ может функционировать, и я лично всегда был убежден в том, что все эти умы у нас собраны, мы собираемся на 4-5 дней, и потом они все уходят, как только лишь завершается форум по управлению интернетом. И мы не полностью используем тот потенциал, которым мы располагаем. Мы должны открыть двери между этими отдельными силосными, так сказать, станциями. Большое спасибо за ваше сотрудничество. Я буду рад видеть вас в среду. Большое спасибо за ваше выступление. А теперь хотел бы слово своему коллеге Райнольд Дичлеви. Большое спасибо. Я хотел бы высказать следующее. Большое спасибо за то, что мы принимаем участие в этом процессе. Мы считаем, что здесь есть очень много интересных вопросов, и они могли быть комплементарными для IGF+. Значит, вкратце, у нас времени мало, но одним важным аспектом является следующее, что мы, когда в 2005 году учредили IGF+, тогда форум должен стать сердцевиной системы по управлению интернетом. В то время это так и было. Но если посмотреть сейчас на статус-кво, я думал о том, что только что сказал Фернандес, тогда мы можем говорить, что такого статуса-кво в рамках интернета не существует, потому что он меняется ежеминутно. И сохранять статус-кво это невозможно, потому что мир постоянно меняется. Значит, контекст сильно изменился. Поэтому существует сотни мелких, средних форумов, лиц, государств, групп заинтересованных сторон. И там осуществляется дискуссия по самым различным вопросам. И поэтому мы не можем быть сетевиной.
этого процесса мы должны объединить все вот эти составные части, и IGF Plus не является центральной сердцевиной экосистемы, а именно фундаментом этой экосистемы. И поэтому все вот эти предложения, конечно, помогают нам свести вместе все эти различные инициативы. Для этого требуются, конечно, нам ресурсы. Если мы все заинтересованные стороны хотим поддерживать именно на их местах действия. Большое спасибо. Затем предоставляем слово госпоже Гату от АИСОВ. Большое спасибо, господин посол. Меня зовут Ракель Гату. Я работаю за Internet Society, общество Internet Society. Мы также работали при разработке рекомендаций в этом данном отчете и также работаем в процессе реализации этих рекомендаций. Я не буду долго говорить о данном отчете, потому что вы его можете все прочитать сами. Только лишь три кратких комментария по данной тематике. Во-первых, мы благодарны, что отчет признает, что цифровое сотрудничество и соответствующие механизмы являются, скажем, мультидисциплинарными, где представлены все различные заинтересованные стороны. Мы считаем, что цифровое сотрудничество и механизмы этого сотрудничества могут быть и должны быть улучшены, но процессы сотрудничества всегда еще являются самым лучшим средством для развития этой технологии. Для того, вместо того, во-вторых, чтобы создавать новые механизмы, было бы умнее укрепить позицию IGF или форума по управлению интернетом. Я извиняюсь, вот эти специфические рекомендации мы будем обсуждать несколько позже, поэтому сейчас мы будем говорить о таких общих вопросах. Есть одна забота по дискуссии, которая будет сейчас осуществляться. У нас есть многосторонние подходы, подходы заинтересованных сторон. Если это здесь будем действовать одновременно, то нам придется заключить компромисс или целый ряд компромиссных решений, которые приведут к результатам, которые не будут идеальными. И об этом мы всегда должны знать. Функция IGF должна состоять в том числе и в том, чтобы быть более практичным, предоставлять более используемые результаты. Можно, конечно, обсуждать различные темы, различные сложные вопросы, и можно сказать, хорошо, группа будет решать эти вопросы таким-то и таким-то образом. И там же есть уже различные примеры прошлого, которые могут служить для нас ориентиром. Большое спасибо, Ракель. У кого-то должно быть, за кем-то должно быть последнее слово. Большое спасибо, что вы приняли участие в этой дискуссии. Может быть, у нас есть еще участники со стороны ремоут или техники. Может быть, у Ани? Нет. Тогда мы завершаем первую часть нашего заседания. Я передаю слово Лин для, может быть, более интересной части нашей дискуссии. Ну, я не совсем уверена. Сейчас мы углубимся в наши вопросы, в нашу тематику. Мы хотели бы провести конкретную, содержательную дискуссию. Это значит, что если у вас есть уже комментарии, или вы уже внесли комментарии, то их не надо еще раз обобщать. Но если у вас есть хорошие рекомендации, помогающие нам, которые они были бы очень полезны для нашей дискуссии с тем, чтобы у нас были, так сказать, результаты, которые мы могли бы использовать в ходе следующих шагов. В течение следующего часа мы сосредоточимся на слайде, который вы видите на фоне. Речь идет о модели и о четырех самых важных компонентов нашего отчета. И мы хотели бы сейчас перейти к рекомендациям 5А и 5Б. Речь идет здесь о возможном посланнике по технологиям и о том, что секретариат IGF
мог бы непосредственно находиться на уровне под генеральным секретарем АЭН. Открывая таким образом дискуссии, если вы хотите вести онлайновую дискуссию, то это тоже можно сделать. И также в нашем приложении SCAT есть и опрос, где вы можете внести свои еще дополнительные комментарии, значит, не только здесь на нашем заседании, но в течение всей недели через это программное приложение вы можете вносить свои вклады, свои мнения. Что касается нашего процесса, региональных процессов, процесса генерального секретаря, мы видели, что существует большая поддержка по созданию IGF+, но были также и комментарии по другим двум предложениям, которые тоже были полезными и целесообразными. И мы хотим вести здесь открытую дискуссию, но хотели бы достичь конкретного прогресса по данным вопросам. Это значит, что мы сосредоточимся сейчас на IGF+, и на те четыре компонента нашего отчета. Сейчас я начну работать здесь как модератор, а потом господин посол меня дополнит. Дискуссия таким образом открывается. Прошу вас. Вы можете пользоваться микрофоном. Пожалуйста, представьте вкратце себя, чтобы мы знали, с кем мы имеем дело. Большое спасибо. Меня зовут Шин Питерсен из Дании. Дания приветствует отчет высокой группы высокого уровня. И это сильное фокусирование на подход различных заинтересованных сторон. Дания поддерживает активно такой подход, участие различных заинтересованных сторон с тем, чтобы обеспечить открытую, безопасную и доверительную систему интернета. Дания и далее верит в то, что роль IGF, этого форума и других форумов, как ICANN, должна быть защищена. Мы поддерживаем инициативу по поддержке форума по управлению интернетом, а также мы поддерживаем модель IGF+. Для нас центральным является финансирование секретариата IGF, его поддержка. Мы считаем целесообразным, чтобы ответственность за IGF была передана бюро или офису генерального секретаря, и мы поддерживаем идею о посланнике по технологиям. Мы считаем, что есть необходимость более инклюзивного участия в IGF, включая правительство и предпринимательство, но также специфически стран из глобального юга. В-четвертых, IGF и дальше должен быть форумом, где обсуждаются новые темы, которые связаны с интернетом. В-пятых, для Дании очень важно, чтобы IGF, значит, форум по управлению интернетом, не был дальше, да и далее форумом с правом принятия серьезных решений. Но мы должны обеспечить, чтобы у нас были результаты, которые можно было бы лучше реализовать, например, наилучшие практики, больше дискуссий, которые уже осуществляются на базе, так сказать, данных и эвиденции. И мы хотели бы достичь или развить лучшие процессы сотрудничества с тем, чтобы обсуждать воистину важные темы. И в конце концов мы все должны более тесно сотрудничать друг с другом, с тем, чтобы разрушить вот все те бункеры, которые существуют между нами, нашими континентами и так далее, частями мира, чтобы предотвратить фрагментацию и обеспечить, чтобы интернет и далее был общим достоинством всего человечества. Дания рада диалогу со всеми заинтересованными сторонами, с тем, чтобы создать эффективную инфраструктуру по глобальному цифровому сотрудничеству и с тем,
чтобы создать более еще мощный EGF, а именно IGF+. Большое спасибо. Я думаю, нечто из того, что мы, как я надеюсь, сделаем здесь в рамках данной сессии, это то, что мы найдем, может быть, новый уровень дискуссии. Если у нас будет посланник по новым технологиям, тогда надо, конечно, определить, что он будет делать, какую роль он займет в данном процессе. Предлагаем уже конкретно подумать о этом. В течение следующего часа мы, конечно, хотели бы подчеркнуть то, что мы уже сказали, но если мы будем только лишь повторять то, что уже было сказано, то мы, конечно, здесь ничего нового не выработаем. Поэтому прошу вас сказать нечто новое. Большое спасибо. Гансю, я представляю здесь швейцарское бюро по коммуникации. Хотел бы обратиться к тому, что сказал уже посол Шнайдер. Вы знаете, что мы уже активно участвовали в дискуссиях, поддерживали Дорис Лойтес в рамках нашей сессии, и мы считаем, что эта группа или эта сессия разработали, представила три различные идеи, которые имеют общую основу. Речь идет здесь о закрытии, так сказать, пробелов, которые мы уже идентифицировали в рамках международного и глобального управления интернетом и международного сотрудничества в этой сфере. Такие пробелы уже были названы Томасом. И как мы будем называть эти три модели, это одно дело, но цель должна у нас быть всегда такая, чтобы мы действовали активно и действовали лучше. У нас есть дискуссии в рамках и IGF, есть политические дискуссии, но после этого мы хотим действовать. Действовать именно в рамках координированного процесса, который сделает возможным реагировать на конкретные вызовы. В Париже, в Крайстчерч у нас были различные результаты, призывы к действиям. Они не происходили за пределами IGF, а именно в рамках IGF, нашего форума по управлению интернетом. И, конечно, мы должны поддерживать все заинтересованные стороны, всех стейкхолдеров, осуществлять конкретные активные действия, использовать правильные решения, находить правильную информацию, улучшение кооперации, создание лучших политических сетей взаимосвязи с тем, чтобы достичь более конкретных хороших результатов и укрепить также ситуацию наблюдателей и в Швейцарии. Готова поддерживать этот процесс. В 2014 году мы создали платформу в Женеве, которая пытается представить все вот те инструменты для дипломатов в Женеве, но и в Нью-Йорке, и в Брюсселе, и во всем мире. Именно для всех этих заинтересованных сторон, которые заинтересованы в вопросах цифровой политики. Извините, что я немножко долго выступал, но здесь как раз очереди выступающих нет, и вы попросили, чтобы мы выступили с конкретными предложениями. Мы готовы здесь идти дальше, и, конечно, мы также и готовы предоставлять консультационные услуги, как я надеюсь, в том числе и в Женеве в преддверии IGF 2020. Большое спасибо. Я хотел бы призвать еще большее число выступающих к тому, чтобы они высказали свое мнение. Мы уже довольно долго просили вас о ваших взносах, о ваших
ваших мнениях, поэтому проводим такие сессии здесь. Мы хотели предоставить вам возможность для высказывания своего мнения. Это мы сделали уже и раньше. 2 года тому назад в рамках IGF у нас были так называемые ключевые послания. И мы и сейчас стараемся также улучшить нашу отчетность. И то, что нам нужно, это новые идеи и больше растущая поддержка. Это обозначает, нам требуется ваше участие. И также нам требуется улучшенная финансовая поддержка. Не является тайной, что 40% нашего бюджета, они обеспечены, но это как раз достаточно для оплаты персонала. Это блокирует нас в нашей работе, мешает нам в нашей работе. Если у нас не будет достаточно денежных средств, нам требуется улучшенная финансовая поддержка, а также улучшенное участие со всех сторон. Tamea, you have the floor. Tamea, вам слово. Спасибо большое, Лин. Меня зовут Tamea Ashutu. Я работаю на Международную палату торговли. И мы представляем 45 миллионов предприятий. Мы с большим вниманием следили за работой этого форума, с начала его работы, и мы очень рады продолжению нашего сотрудничества с многосторонними участниками. Очень рады также тому, что вы приветствуете многосторонний подход. Мы, конечно, готовы продвигать эту культуру, это мышление сотрудничества. Нам надо работать с самого низа и быть очень прозрачными при этом. И так как вы это уже писали в докладе, мы считаем, что это совершенно идеальная модель для нашей работы. Мы хотели бы развить профиль нашего форума и хотели бы также похвалить хорошую работу этого форума на протяжении последних лет, особенно в области коммуникации. Вы очень хорошо коммуницируете и сообщаете о том, о своих достижениях, но теперь надо как-то усилить роль форума по управлению интернетом, и для этого нужно использовать все возможные источники. В прошлом форум по управлению интернетом имел специального консультанта при генеральном секретаре ООН. Он же являлся нашим главным послом. И теперь, я считаю, нам нужен подходящий кандидат для такой роли, с тем, чтобы повысить участие этого форума, с тем, чтобы больше людей видели и воспринимали наш форум. Этот форум уже, конечно, очень много чего производит в форме текстов, но и диалог между многосторонними участниками, конечно, тоже приводит к хорошим результатам. И я считаю, что политики могут многому научиться из наших дискуссий. Публиковать эти наши обмены мнениями, конечно, могло бы усилить роль и усилить действие нашего форума. Мы разрабатываем хорошие идеи для политиков, мы делимся нашим опытом и самыми лучшими, наилучшими практиками. И мы очень благодарны вам за этот диалог. Хотела бы, помимо этого, поддержать коллегу из Дании. Мы должны расширить финансовую основу нашего форума, потому что это действительно важно с тем, чтобы форум мог развить, расширить свои механизмы, чтобы он мог быть более дееспособным в большем объеме, в больших областях. Спасибо большое за ваше внимание. Извините, что я
разговаривала дольше, чем позволено, но я надеюсь на хорошее сотрудничество. Спасибо большое. Меня зовут Вольфганг Клайнвехтер. Я являюсь комиссаром в глобальной комиссии по стабилизации в киберпространстве. И также работаю над управлением интернетом. В принципе, 15 лет тому назад мы разработали эту идею создать такой форум. Я еще хорошо помню наш разговор, наш диалог с правительствами, потому что правительства хотели создать форум с полномочиями принимать решения. И аргумент гражданского сообщества был, что перед тем, как мы примем такое решение, надо понять, насколько сложны структуры, поэтому нам нужен форум для дискуссии. Это был исходной пункт такой для этого форума 15 лет тому назад. Участвовали тогда в этих дискуссиях только маленькое количество групп. Сейчас это совершенно изменилось. Мы считаем 12 межгосударственных организаций, которые занимаются тематикой интернета, в области безопасности, например. Помимо этого, существуют разные группы, которые занимаются другими вопросами. У нас Всемирная торговая организация торговли и Совет по вопросам торговли. Есть комитет, который занимается правами человека и киберпреступностью, но нам не хватает связи между дискуссиями, которые ведутся здесь, и органами, которые потом принимают решения. Они до сих пор от нас отделены. Поэтому я очень рад, что этот формат IGF Plus, то есть расширенный формат нашего форума, нам дает такую возможность создать связь между дискуссиями, здесь, ведущимися здесь, и разными организациями, межгосударственными форумами. Почему не передать нам напрямую наши послания с тем, чтобы председатели этих организаций, тех организаций, непосредственно получали эту информацию, ведь тогда мы бы создали действительный переговор, действительную связь на международном уровне. Я считаю, что это был бы хорошим механизмом распределения информации, поэтому я очень рад этому формату IGF+. Спасибо большое, Вольфганг. Пожалуйста, еще раз просьба ограничиться 2,5 минутами. Если это не получится, то для последующих выступающих придется ограничить время на 1,5 минуты. Спасибо большое. Я также работал в рабочей группе по управлению интернетом 15 лет тому назад. И вопрос, которым мы занимаемся сейчас, у нас вот этот подход многосторонний. Можно задать себе вопрос, насколько он успешен. Он успешен только в отчасти, а большой части, к сожалению, нет. 15 лет тому назад мы не могли себе этого представить, но теперь мы ясно видим, что нам не хватает регуляции, и это приводит к тому, что большие корпорации концентрируются и перенимают, так сказать, интернет. Они решают изменения, принимают изменения, которые не принимаются в таком подходе многосторонним с разными стейкхолдерами. Существуют совершенно разные примеры тому, как большие технологические предприятия и сообщества принимают решения, которые потом непосредственно ведут к политическим решениям. Теперь такой вопрос. Решает ли это проблемы? Да, в какой-то степени, конечно, они что-то улучшают. Но в конце концов я считаю, что нам нужен некий другой инструмент, какой-то другой механизм с тем, чтобы контролировать, не в отрицательном смысле контролировать, как-то надзирать над этим эти большие предприятия, а просто как-то следить за тем, что же они делают. Если мы рассмотрим это с европейской точки зрения, то можно сказать, что
только путем закона о защите данных Европа приняла какие-то правила о регуляции с частных данных. И я считаю, что за Европы должны последовать другие инициативы такого рода с тем, чтобы поддержать и сохранить независимость интернета. Мы сотрудничаем с правительствами, которые, я думаю, в будущем будут все-таки играть большую роль. Это очень хорошо, что IGF этим занимается, но не надо думать, что процессы, которые уже начались, можно обернуть. Спасибо, Майка Вельец теперь возьмет слово, и, по-моему, потом кто-то будет к нам подсоединен из Нигерии. Марк, пожалуйста, вам слово. Большое спасибо. Я же тоже работаю над этим докладом стейкхолдеров. И что касается рекомендаций 5А и Б, хотел бы сказать следующее. Мы согласились о том, что модель IGF Plus, то есть расширенный формат этого форума, очень хорошо нам подходит. Но вопрос, которым мы занимаемся, это насколько применим этот подход по отношению к общему достоянию. Вообще, нам нужно много поддержки с тем, чтобы реализовать вот этот подход общего достояния. В принципе, я поддерживаю то, что сказал Вольфганг, то есть я выступаю также за более быстрое сотрудничество, но нельзя забывать, что если этот форум отойдет от своей традиционной роли, а именно от роли форума как форум диалога, ведь это уже устоявшаяся модель, быть может, стоит эту модель как-то улучшить, потому что, может быть, мы могли бы давать какие-то импульсы для политики, может быть, мы могли как-то надзирать происходящее. Над этим стоило бы подумать. Для этого расширенного формата IGF+. Итак, уже существует много разумных механизмов, и многие задают себе вопрос, зачем вообще стоит создавать другие структуры, может, они будут просто повторяться. Ну, об этом, в принципе, можно подумать. Но я считаю, что рекомендация 5Б очень даже подходит к нам для общей такой перспективы всеобъемлющей и для тех, потому что она включает тех, которых по сей день не в достаточной мере здесь представляли. Спасибо большое. Я считаю, что это было очень хорошо. Это нам очень помогает. Теперь к нам из Нигерии подключен выступающий. Я хотела бы еще раз напомнить, что у нас существуют национальные, региональные инициативы, а также инициативы молодежи для нашего форума. И, по-моему, каждый день добавляются новые. У нас сейчас 117 или 118 таких инициатив. И эти механизмы действительно многосторонние, они на локальном уровне очень активны, они очень хорошо знают ситуацию в разных регионах, в разных странах мира. И, быть может, мы могли бы подумать над тем, как мы с ними могли бы сотрудничать. Итак, из Нигерии. Здравствуйте, меня зовут Лоренс. Я работаю в частном секторе. Хотел бы, во-первых, поблагодарить подиум, особенно за то, что вы концентрируетесь на маленькие предприятия. Мы считаем, что это также играет важную роль для цифрового сотрудничества. И вопрос
которым я занимаюсь, состоит в следующем. Как мы можем координировать эти глобальные, эти большие предприятия с тем, чтобы они делали действительно хороший, разумный вклад? Я знаю, что речь идет о миллиардах, но я действительно бы концентрировался на региональном уровне. Это особенно важно и особенно применимо для стран глобального юга. Я бы очень приветствовал, если бы мы концентрировались на странах глобального юга. Действительно, малые и средние предприятия могут делать важный вклад в нашу работу, но, конечно, они друг от друга очень отличаются. Итак, надо заняться вопросом, что же они могли сделать, что же они могли бы сделать в своей стране. Я только могу подчеркнуть, что я поддерживаю расширенный формат нашего форума IGF+. Этот формат дает нам возможность продолжать наше сотрудничество. Большое спасибо, Лоренс. Очень важное выступление, конечно. Что касается локального содержания и что касается роли маленьких предприятий, конечно, они играют очень важную роль. Спасибо большое, Лин. Я очень рад этому докладу. И теперь мы рассматриваем модель IGF+, и я хотела бы еще раз вкратце поговорить о рекомендациях, которые мы получили. Они действительно с практической точки зрения очень нам помогают. Один из результатов, которые мы получили от этого сообщества, состоит в том, что мы действительно ищем путь для прогресса. Нам нужен кто-то, кто не просто создает, организовывает воркшопы, группы, рабочие группы. Важно не просто что-то повторять, нам нужны конкретные действия. Мы, как форум, должны создать связь с другими форумами по вопросам интернета, с другими организациями, с тем, чтобы учесть и вовлечь и эффективно использовать их ноу-хау, их экспертизу. Помимо этого, важно, что эти рабочие группы здесь, в рамках нашего форума по управлению интернетом, действительно разработают конкретные решения, конкретные результаты в заключении этого мероприятия. Мы должны ориентироваться на решения, на конкретные результаты и решить, кто нам нужен, кто нам требуется, чья экспертиза нам требуется, с тем, чтобы мы они активно участвовали бы в наших дискуссиях. И потом хотел бы предложить действовать креативно, просто, может быть, попробовать подумать над какими-то альтернативными решениями, как вдохновить людей приехать сюда, потому что, в принципе, никто не может себе позволить не участвовать в этом форуме, не приехать сюда. И потом хотела бы подчеркнуть еще раз то, что сказала уже Лин. Если этот форум действительно настолько важен, то давайте подчеркнем это действиями. Если у нас в бюджете не хватает средств, то, конечно, мы не будем в состоянии реализовать все то, что мы здесь описываем. Мы действительно должны делами показать, в чем состоит себестоимость форум, наш форум. Через год мы встречаемся, и я считаю, что мы действительно ведь хотим достигнуть всего того, что мы на протяжении 15 лет здесь огласовываем. Я считаю, что наш форум должен каждый год публиковать конкретные результаты. Мы говорим о принципах, о общих вызовах, перед которыми мы стоим. Некоторые вещи уже сейчас реализуются, но
мы должны действовать больше, поддерживать все группы стейкхолдеров с тем, чтобы они также могли бы участвовать в дискуссиях и влиять на процессы принятия решения. То есть надо включить больше участников в наши процессы. В некоторых областях мы действительно можем произвести какое-то влияние, а в некоторых областях развитие происходит сами по себе. Мы говорим о кибербезопасности, например, о защите данных, искусственном интеллекте, а многие вообще не знают о существовании нашего форума или просто в нем не участвуют. Я очень многих встречал, которые не знали о существовании нашего форума, но они же, тем не менее, как-то действуют или ведут дискуссии о развитии стандартов, то есть именно о том, чем мы здесь с вами занимаемся. И я думаю, что здесь существует некий пробел, который надо восполнить. Надо лучше координировать эти разные группы, которые работают над этой темой, и одновременно надо сказать, что вот такой политический инкубатор, как вы его назвали, действительно является хорошей идеей, по моему мнению. То есть мы разрабатываем идеи для политических мер, но мы не можем предписать людям, что они должны делать, когда они же на протяжении многих лет уже работают в политике. Мы только можем помочь этим разным группам связаться друг с другом и помочь им разработать совместную общую перспективу. То есть, иными словами, мы можем разрабатывать политические предложения, но это имеет мало смысла, если они направлены людям, которые не имеют ничего общего с нашим форумом. Поэтому важно их просто координировать. Спасибо. Питер Мейджор, вам слово. Благодарю вас, Лин. Еще пару слов о региональных и национальных форумах по управлению интернетом и их соответствующим докладам, а также о первом нашем форуме в Венгрии. В рамках CCD мы говорили о докладе по поводу сотрудничества в рамках этого форума. Я считаю, что это была очень хорошая дискуссия, очень плодотворная дискуссия. По-моему, это было в марте. И мы говорили о том, что страны-участницы должны прийти к большему консенсусу, к большему согласию в этой области, с тем, чтобы потом разработать резолюцию. Вольфганг уже упомянул некоторые аспекты для пути в будущее, если вы так хотите. И это очень хорошо совпадает с тем, что я уже многократно, о чем я уже многократно говорил. Очень часто мы не говорим о технических аспектах, а в ООН, конечно, ведутся именно эти дискуссии в группах экспертов. Они, может быть, не могут принимать решения, но, как минимум, они могут разрабатывать рекомендации. Так в ООН существуют эти группы экспертов. Я считаю, что этих экспертов надо подключить в наш расширенный формат IGF+. Потом с их помощью мы можем разработать рекомендации и обсудить эти рекомендации на высоком уровне, передать их Экософт и так далее.
и в конце мы получим конкретные результаты. То есть, если мы хотим оставить этот процесс в рамках ООН, то я думаю, что это единственный верный путь. Спасибо большое. Я думаю, что мы останемся при порядке выступающих. Слово предоставляется даме, которая стоит вот в этом главном пассаже. Пожалуйста. Спасибо большое. Меня зовут Дебра Браун. Я предоставляю гражданское сообщество, занимаюсь вопросами по коммуникации. Спасибо большое за вашу работу, спасибо за ваш консультативный подход. Мы считаем, что в докладе содержится очень много важных предложений, но мы считаем, что есть до сих пор вопросы, на которые никто не ответил. Сначала о финансовых средствах. Кто же будет финансировать эту расширенную модель IGF+, потому что уже сейчас у нас есть некие трудности с финансовой поддержкой и с этим таким более конкретным форматом. Мы считаем, что нам, наверное, нужно как-то поговорить об этом вопросе. Потом у нас вопрос следующий. Как эта модель в расширенном формате будет привлекать представителей предприятий и частного сектора и правительств, потому что все-таки есть правительства, которые желали бы иметь межправительственные какие-то организации. Как вы этот вопрос рассматриваете? И потом следующий вопрос. Мы говорили о региональных национальных форумах. Они за последние годы очень активно себя вели и помогли нам в разных странах мира усилить нашу роль. И очень часто мы о них не говорим. И, может быть, как-то можно их было бы оценить и оценить их роль параллельно в этом формате IGF+. Они надо поговорить о том, как мы с ними можем сотрудничать. Пока что в этой модели не содержано следующее. Как мы можем координировать, играть координирующую роль в рамках ООН? Ведь даже в разных частях, нужных организациях ООН происходят очень разные развития, и они друг с другом совершенно не скоординированы. Поэтому я считаю, что ООН должна лучше скоординировать все эти усилия и работу. Спасибо большое, Дебра. А теперь мы переходим к последнему выступающему. Хотел бы еще раз напомнить, что еще последуют комментарии еще к двум следующим форматам, то есть децентральная архитектура и цифровое общее достояние. То есть если у вас есть какие-то примечания к этим, по этим двум пунктам, то мы надеемся, вы их сделаете. Мы и онлайн тоже получили много примечаний, очень интересные предложения нам прислали, например, кто-то в группе. Предложил расширить наш формат. Поступили также разные предложения о том, как улучшить наш форум, организацию нашего форума, как лучше учитывать самые лучшие практики. Это все вы можете прочесть онлайн. Пока я еще не получил никаких действительно отрицательных предложений, комментариев, но, пожалуйста, вы, конечно, можете все свободно сказать. Спасибо большое. Доброе утро. Я работаю в одном из региональных форумов и
Извините, если я вдруг повторю какие-то вещи, которые уже были упомянуты, я попытаюсь вкратце выступить. Я с удовольствием, с большим интересом прочел ваш доклад, и вас, наверное, не удивит, так как я представляю страну, что то, что нам, то, что мы увидели, мы, конечно, хотим всегда поддержать роль региональных таких форумах по управлению интернетом. Я думаю, что их сейчас больше, чем 110. Мы видим, благодаря этим региональным организациям, насколько разны и различны эти разные организации. Итак, если мы подумаем о том, как подключить эти региональные организации, я думала о том, что Лен уже упомянула, а именно пока еще не существует форумов по лучшим практикам, по обмену опытом. Я думаю, что это, конечно, постоянная работа, которую надо признать, ведь эти региональные форумы тоже на протяжении многих лет работали над собой, улучшались. И вот это внедрение новых идей, новых мыслей, это уже делается на региональном уровне, это уже очень положительно. Стоит отметить, это тоже очень важная часть IGF. Хотел бы, однако, предупредить, что в то время как мы укрепляем наш форум, расширяем доступ к финансовым средствам, это тоже, конечно, очень важно, улучшаем структуры ООН, очень важно при всем этом не потерять из вида, куда мы движемся. Надо работать не сверху вниз, то есть не топ-даун, а как раз наоборот. Я не знаю, насколько это предложение практично, но все-таки об этом нельзя забывать. Спасибо. Спасибо большое. Мы все мы вас с удовольствием послушали. Если вы хотите, если кто-то еще что-то сказать, пожалуйста, быстро подойдите к микрофону, потому что мы не хотели бы терять времени и хотели бы как-то еще обобщить все и подвести итоги, потому что ровно в 12:30 нам надо покинуть зал для церемонии открытия. Итак, Паблейка, вам слово. Спасибо. Спасибо большое. Меня зовут Паблейка. Я предоставляю правительство Великобритании. Великобритания приветствует этот доклад и многие рекомендации, которые в нем содержатся. Я хотела бы поддержать комментарии, которые сделал коллега из Франции, И мы считаем, что очень важно после этого мероприятия в открытой и очень прозрачной манере продолжать работать над этим докладом. Это мы желали бы себе. Но я хотел бы задать совершенно другой вопрос. В сентябре прошлого года генеральный секретарь ООН опубликовал стратегию о новых технологиях. Это действительно замечательный документ. Может быть, если вы этот документ еще не видели, я бы вам очень бы посоветовал прочесть этот доклад. В рамках этой стратегии, значит, речь идет о том, как ООН может быть местом, которым все стороны были бы включены в эти процессы, чтобы обсудить все эти темы. Вы говорите о том, как открыть больше ООН с точки зрения новых технологий, новых голосов. И панел этот или сессия высшего уровня является хорошим примером. Я хочу попросить господина Хохшильда нам сказать пару слов о том, как этот отчет реализуется на самом деле, как это будет влиять на работу, нашу работу. Спасибо, Пол. Вот совсем слева дама, пожалуйста, вам представляется слово. Спасибо вам.
Меня зовут Эмин Страклин от Интернет Новая Зеландия. Отчет и рекомендации очень интересные для нас, как и вся дискуссия. То, что я совсем недавно услышала и в рамках Парижского мирного форума, этот подход мульти-стейкхолдеров, то есть всесторонний подход, многосторонний подход и двусторонний подход просто коллидируют, так сказать, противостоят друг другу. И хочу с точки зрения прагматики сказать пару слов о процессах в Новой Зеландии. Я думаю, тем самым мы сможем внести вклад в эту дискуссию и дискуссию вокруг IGF+. В мае сего года была инициатива в Крайстчерче против экстренного содержания онлайн. И инициативы разные в Новой Зеландии работали в этой сфере, правительство участвовало в этом, бизнес участвовал, и гражданское общество, и техническое, то есть это общество техническое тоже участвовало в этом. Если вы об этом не знаете, в марте был терр-атак в Новой Зеландии, 51 мусульман погибли, были убиты, и это, значит, онлайн все было передано, было очень страшное поведение, интернет никогда раньше у нас не был использован таким образом. И в ответ на все это премьер-министр нашей страны, но был такой рефлекс сначала, то есть какие-то новые национальные законодательства разрабатывать, но ясно стало, что надо и с другими странами сотрудничать, и с другими представителями гражданского общества о данном вопросе. И так и случилось, между прочим. Мой вопрос следующий. Речь идет об этом ускорителе, значит, кооперации и этом инкубаторе, политическом инкубаторе, так называемом. Как может это нам помочь, когда случился этот террористический так, а то люди просто не совсем знали, кто координирует, что вот с точки зрения кадров, с точки зрения сотрудников, как возможно эти новые организации, новые органы организовать лучше. Спасибо. Вот вам представляется слово, пожалуйста. Чад Берри из Ирана. Спасибо секретариату. Представляю ученый сектор. Хочу сначала поблагодарить этому формату и этой группе и Федеративной Республике Германии, и правительству Германии за организацию этого хорошего форума здесь, в Берлине. Мы в течение последних 13 лет с самого начала 2006 года слушаем все время то же самое, такие заявления, что мы не поддерживаем интернет, в котором будет фейк-ньюс, то есть неправильное известие, где будет ненависть, клевета онлайновая и так далее. Мы против интернета, который подрывал бы репутацию независимых государств. Мы не хотели бы педофилию распространять, расизм и значит, насилие против женщин, ксенофобию и так далее. Мы против всего этого. Против интернета, который был бы, значит, занимался бы дезинформацией, манипуляцией, колониализмом, подрыванием прав человека и не уважали свои права частных лиц, частной сферы. Мы не поддерживаем интернет, в котором кибератаки, киберпреступность и другое нарушение законодательства случаются. Мы хотели бы обеспечить и защищать интернет против преступников. Вот такие заявления мы в прошлом все время слышали. Мы то есть модели управления интернетом, которые до сих пор существовали, не решали многие проблемы, но мы не смогли решать многие проблемы, порнографию,
педофилию, и какие вот, в общем-то, не было достаточно достигнуто прогресса в этих сферах борьбы с такими явлениями. Почему? Потому что в рамках существующих моделей это просто не удалось справиться с такими проблемами. Самая главная проблема управления интернетом пока не решена. И если мы это не улучшим, не удастся нам решить имеющиеся проблемы. Отрицательные тенденции, которые есть. То есть актуальные подходы, и все это приведет к удрублению и разделению интернета или фрагментации интернета. Некоторые страны будут использовать интернет, чтобы продвигать свои политические интересы и чтобы именно объявлять киберсанкции против других стран. И будет deep web, такой глубокий веб-сеть, более сильный, то есть концентрация власти в определенных руках и очень слабое сотрудничество между правительствами, даже если речь идет о борьбе против кибертерроризма и киберпреступности. Наши рекомендации, чтобы решать такую аккумуляцию власти, таких проблем. Просьба сократить ваше выступление, значит, улучшение там, многостороннего подхода в сфере управления интернетом, определение стандартов общих, чтобы регулировать плохое поведение разных площадок, улучшение соблюдения законодательства, законодательных правил. Если речь идет о нарушении законодательства, мы поддерживаем полностью создание новой хартии доверия, цифрового доверия. Мы все делим мечту одну для интернета, и наше видение, наша мечта следующая. Мы надеемся, что с помощью наших усилий нам удастся добавить с этого видения новое демократическое, этическое, нравственное, многостороннее, инклюзивное управление интернетом, в рамках которого все стороны могут внести свой вклад, чтобы служить благо человечеству и мирным целям. Спасибо. Спасибо. Мне только что сказали мои коллеги, что есть возможность, конечно, и в письменной форме предоставить ваши комментарии. Так что вот самое последнее, пожалуйста, слово вам представляется, пожалуйста. Спасибо, меня зовут Никола Фремелли из Уругвая. Я тоже представляю ISOC. Я имею ряд рекомендаций в связи с этим отчетом. До проведения этого форума мы проводили исследования научные по этому вопросу. У нас следующая рекомендация, то есть это относится к этому процессу. Есть разные органы, есть многосторонний подход, который хорошо работает, чтобы включить все разные мнения. Мы рекомендуем этот подход цифровизировать. Я не знаю, насколько люди помнят встречу Net Mondial. Было такое программное обеспечение, которое все смогли использовать для того, чтобы свои комментарии выразить и внести. Вот наше предложение, разные категории ввести, стейкхолдеры, то есть разные стороны, темы и так далее. И вот на цифровой основе все это обрабатывать, чтобы таким образом найти решение. Таким образом, например, этот процесс создания, разработки проекта мы успели совершенствовать, и результаты разных лет, работы разных лет также использовать оптимальным образом.
Спасибо. Лин мне только что сказала, что тот же источник был использован и для подготовки этого саммита. Мы стараемся к тому, чтобы именно учитывать наилучшую практику, которая уже была развита на других форматах, И теперь, значит, вот хочу предоставить слово соведущей этой сессии. Но я хочу два слова сказать буквально. Во-первых, я не говорю от имени правительства Бразилии, это специально хочу подчеркнуть. Я здесь в своей функции как личное лицо, но, как я сказала в начале, я этот процесс очень внимательно следил за этим процессом. Я также участвовала в разработке документа соответствующего. То есть я был частью тима, который организовали Net Mondial и так далее. И в этой связи хочу сказать пару слов, свои комментарии. Да, то есть вначале вы должны посмотреть, какие результаты были уже достигнуты на предыдущих форумах. Но, по-моему, сейчас новый этап начался. Нельзя сказать, что ничего не случилось. Мы в Бразилии, например, первую версию этого документа по политическим мерам мы уже разработали. Но идея такова, чтобы на самом деле иметь такой сбор разных документов по этим темам, чтобы это помогло бы и политикам, тем, которые принимают решения в этой области. И это уже ценный ресурс. И если смотреть на то, что получили уже в разных других форумах, это все-таки очень полезным. Я очень впечатлен был тем, то есть предложение из США, например, вы привели некоторые примеры. Мы тоже это пошло и в пользу, нашу пользу, нашего форума, и Microsoft тоже воспользовался этим. Было очень много креативных подходов и предложений, и есть все-таки основание гордиться тем, что уже, чего мы уже добавились, и хорошо иметь и поддержку секретариата, конечно, IGF. Однако мы должны нельзя скромничать. Вот все-таки мы сделали определенную работу. А теперь, что касается финансовой основы, устойчивого финансирования, уже говорилось о том, что нам нужно больше финансовых средств. Я могу только согласиться с этим. Я дипломат. Я уже определенное время работаю в ООН. По-моему, нереально исходить из того, что он предоставит нам больше средств, потому что ООН, они делают то, что хотят члены ООН. А я был в одном из комитетов, и вот есть такое опасение, то есть всегда такое опасение. Мы всегда все-таки боимся бюджетных вопросов, то есть если связано с бюджетом, что не будет возможно все это реализовать, потому что какой-то комитет должен принимать соответствующие решения, и не будет бюджет выделен на этот вопрос. И, значит, есть большое давление на ООН со всех сторон, не только что касается тем устойчивого развития, но других вопросов, защиты и охраны мира и так далее, но есть многие разные темы, которые с финансовой точки зрения ООН поддерживает. Конечно, самые странные члены должны здесь сыграть более активную роль. И многие из этих стран совсем не представлены здесь, поэтому нереально исходить из того, что ООН предоставит нам больше средств. То есть решение, то есть поддержка Генерального секретаря ООН, конечно, очень важна, это нам нужно, но в конце концов сами страны, члены должны принимать решение о том, что случится с этим форумом IGF. Вот
Я попросил вот, значит, своего преемника, чтобы об этом не говорить в отчете, потому что я как сейчас как частное лицо здесь выступал, поэтому. Но, конечно, правительство не хотят зарабатывать деньги за этот счет, но другие здесь хотят все-таки зарабатывать деньги. И да, мы должны не только говорить, но именно уже, чтобы не только говорили бы, но чтобы эти дела и реализовать. Если вы сможете поддержать эти вопросы, то вы должны выделять соответствующие ресурсы для этого. Может быть, ресурсы, которые сами правительства не в состоянии предоставлять. Я верю в то, что мы здесь делаем, чем мы занимаемся. Я думаю, что это очень ценный вопрос, и каждый из нас должен внести свой вклад нереально, исходя из того, что гражданское общество сможет в одиночку что-то внести, но все-таки бизнес и правительство смогут здесь свой вклад внести. И вот самый окончательный пункт. Может быть, я слишком долго говорил, но я был частью этого процесса Net Mondial. И в рамках разных форумов по устойчивому развитию, по целям устойчивого развития был активно работал. И вот мое мышление по этим проблемам IGF. Мы должны обеспечить, чтобы эти результаты были ценными и для тех, которые здесь не присутствуют в этом зале. И, конечно, правительство тоже играет свою роль здесь. Когда мы подготовили Net Mondial, мы старались уваживать культуру, уваживать интересы отдельных сторон. Мы хотели предоставить группам разные возможности выбирать своих представителей. Они пусть сами это сделают самостоятельно. Мы не можем вмешиваться в это в правительствах, конечно. Если мы это сделали бы, то это не было бы возможно. Нам нужно определенное время, чтобы проходить через эти группы, так сказать, собирать информацию. Вот мой пункт следующий. Может быть, мы допустили ошибку, что к концу Net Mondial мы не еще раз как бы повернулись в прошлое, чтобы и спросили бы о результатах Net Mondial, потому что к концу Net Mondial некоторые сказали, мы против этих результатов, мы не будем их поддерживать. И даже другие группы тоже сомневались в этом или в этих результатах. Хотя Net Mondial был очень-очень таким беспрецедентным форумом и получил хорошие результаты. Если смотреть на все это, если на самом деле мы использовали бы эти результаты для нашей работы, то, например, это пошло бы в нашу пользу. Мы смогли еще один комитет создать, чтобы специально обсуждать эти результаты. И таким образом мы получили бы еще больше поддержки. Ну, конечно, окончательный документ будет выглядеть немножко по-другому. Однако, что касается содержания, и я разговаривал с людьми, которые участвовали в Net Mondial, содержание было хорошее. И думаю, что все группы, пусть они посмотрят на это, но, может быть, будет самый последний еще раунд по улучшению документа на основе вкладов разных и выступаний, и это было бы хорошо для всемирового форума. Если сейчас вижу предложение, чтобы IGF плюс законодательную какую-то деятельность осуществляла бы, это нереально. Если думать, что все из нашего контекста будет как-то там приниматься, с моей точки зрения, я должен сказать,
лучше будет это сделать через еще, послать через еще дополнительный второй комитет. И, может быть, вы будете удивлены, что можно на самом деле много полезного получить. И генеральный секретарь ООН это поддерживает. И многие страны, присутствующие, представленные здесь в этом зале, также продвигали бы такой подход. Вот это мой личный комментарий. Простите, пожалуйста, что я столько долго говорил. Я думаю, что мы сейчас должны перейти к заключительным словам нашего заседания, к заключительным выступлениям. У нас будет два выступающих, и у меня будет еще за мной будет последнее слово. Хотел бы воспользоваться возможностью благодарить вас за ваше неимоверное терпение и за то, что вы выступили с такими полезными комментариями. Мы внимательно все записывали, записали и сделаем все возможное с тем, чтобы эти комментарии были внесены в процесс доработки. Немножко был шокирован одним из комментариев, когда речь шла о том, что ITF, одна из групп заинтересованных сторон, что она является одной из групп, которая хочет, чтобы была детская порнография в интернете. Это очень экстремальная, либертарная такая точка зрения. Если это действительно будет реализовано, тогда не будет неудивительным, если страны будут строить соответствующие киберстены, потому что такое мнение никто не разделяет, практически никто не разделяет. Именно мнение, что интернет является предметом или аппаратом, который распространяет такие именно мнения. В этом случае будут расти число стен. Я сам скептицизмом отношусь к таким либертарным концептам. Но если эта концепция будет проработана, тогда это будет вести к фрагментации интернета. Мы должны больше защищать общие достояния для того, чтобы сохранить интернет в подобающем виде. Я также верю, что государства в Африке тоже не заинтересованы в новых моделях, а что речь идет в первую очередь о том, чтобы международное сотрудничество было улучшено и были созданы лучшие инфраструктуры с тем, чтобы вообще обеспечить доступ к интернету. Я думаю, там имеет место большая потребность. Мы должны и говорить о политических вопросах, а также таких вопросов, как head desk в различных регионах. Я хотел бы также поблагодарить швейцарского представителя и датского представителя Вольфганг Рауэ. Хотел бы им поблагодарить за их хорошие выступления по тематике улучшения IGF. Я думаю, IGF может быть связным между фрагментированным стремлением в рамках ООН. Это хорошая модель. Я также разделяю мнение, что для этого требуется больше ресурсов. Как уже сказал господин посол, это то, что ситуация с ресурсами в ООН не идеальная, но многие государства выразили свою поддержку. Что касается IGF+, и если они свои ресурсы предоставят в соответствии со своими убеждениями, если будут у нас ресурсы частного бизнеса, тогда это будет очень хорошо. Я думаю, та идея, которую высказал господин Раул и некоторые послы, что о том, что IGF не только должен быть таким клубом для дебатов, но и местом, где разрабатываются стандарты, где предпринимаются возможные нормативные правила и внедряются такие правила, тогда это может стать хорошей моделью, о которой следует дальше вести дискуссию. Хотел бы также ответить на вопрос французского коллеги.
Я думаю, здесь есть недопонимание. Здесь речь не идет о том, чтобы работать нетранспарентно, если речь идет о, кстати, наблюдении за работой. Я отвечаю на все вопросы. Я, например, в вашем распоряжении и здесь для того, чтобы ответить на все вопросы с вашей стороны. И все, что касается мониторинга, может быть обсуждено со мной. Если посмотреть на состав круглых столов по мониторингу, если эти результаты еще не опубликованы, то это связано именно с тем, что мы еще находимся в процессе дискуссии с именно с соответствующими участниками и акторами. Мы, конечно, поддерживаем предложения по составу и стараемся и внедрить или учесть именно те реакции или те мнения, которые мы получили после опубликования отчета. Это значит, на основании инициатив различных групп мы хотим работать, осуществлять нашу дальнейшую деятельность. Великобритания также выступила с комментарием по недостаточной транспарентности и прозрачности нашей работы. Я хотел бы подчеркнуть, что с удовольствием в пятницу постараюсь поговорить с французской и великобританской делегацией и со всеми другими группами, которые будут принимать в этом участие, с тем, чтобы в деталях обсудить вопрос по составу данной группы. Я могу, конечно, выступать с скучными докладами по данной тематике, а именно по вопросу того, как мы определили состав этой группы, по какому механизму. И если еще непонятен в деталях и неизвестен в деталях каждый шаг при составе данной группы, то это связано именно с тем, что мы не хотели просто слишком много занимать у вас времени, но мы всегда в вашем распоряжении по всем этим вопросам. Конечно, мы были бы рады, если бы Великобритания и Франция активно нас поддерживали, и если бы они активно принимали участие в группе высокого уровня. Благодарим им за вашу поддержку, благодарим все государства, которые высказали свою поддержку в наш адрес. Что касается региональных helpdesk или систем структур поддержки, что касается этого вопроса, мы, конечно, не хотим дублировать работу, которая уже ведется. Я думаю, примерно половина человечества в данное время имеет доступ к интернету. И это, конечно, можно сказать о человечестве в общем. Что касается женщин, то число женщин, подключенных к интернету, намного меньше, 10%, и оно снижается. И это, конечно, должно служить для нас сигналом тревоги. Я думаю, подключить вторую половину человечества к интернету будет намного сложнее, чем с первой половиной. Что касается первой половины, то мы здесь смогли подключить именно тех участников, которые на основании интернета получают выгоду. Это, в частности, касается западных государств. Но есть целый ряд стран, где подключенность находится на уровне ниже 20%. Если бы подключить также и вторую половину человечества к интернету, тогда мы здесь говорим о сумме не менее $450 миллиардов. Срок здесь определен в 15-20 лет. Конечно, это мы можем так сделать, если мы будем действовать в той скорости, в которой мы работаем сейчас. Но у нас возникнет еще больше в этом случае, больше цифровой разрыв. Альтернативно, мы можем, конечно, улучшить свои инициативы, лучше координировать наши действия и обеспечить нашу ускоренность нашей работы с тем, чтобы через 10 лет достичь полной подключенности к интернету. Это тот дух, в рамках или в котором были и разработаны соответствующие рекомендации. Заключительный вопрос из Великобритании по стратегии в отношении новых стратегий. Большое спасибо за ваши слова. Это было, конечно, в принципе, внутреннее
стратегия, но так как мы работаем прозрачно, мы эту стратегию опубликовали. Она опирается на целый ряд моментов или блоков, а ООН сама еще учится, мы еще сами понимаем технические последствия для нашего мандата, что обозначает технология для ситуации мира, для развития, насколько изменяются наши традиционные задачи. Также тоже касается и вопроса образования, как мы можем лучше использовать новые технологии для нашей работы. И генеральный секретарь каждые примерно 6 месяцев, каждые полгода производил опросы по вопросам инновации, с тем, чтобы установить, как быстро или медленно развиваются различные страны насчет принятия технологий ООН, с тем, чтобы лучше обеспечить свою работу. Результаты были неодноразовые. Это обозначает, что данный вопрос должен постоянно быть в повестке дня ООН. Как можно лучше новые технологии, будь то они цифровыми или нет, использовать. Есть еще следующая инициатива, где речь идет о содействии международного сотрудничества. И, конечно, группа высокого уровня сыграет свою важную роль в этом процессе. Есть еще целый ряд других действий на нормативном уровне. Это тоже учтено в отчете. Я хотел бы здесь отметить, что первый комитет, который занимался вопросами разоружения, с тем, чтобы обеспечить национальный мир и безопасность, то здесь создана такая открытая рабочая группа и также группа экспертов, которая работает уже в течение многих лет. И здесь также рассматриваются вопросы, насколько можно использовать ИКТ для этих целей. Это обозначает, что и со стороны сотрудничества, а также и с нормативной стороны, мы имеем целый ряд инициатив, предложенных нами. В завершение была высказана рекомендация, чтобы мы больше поддерживали, лучше поддерживали государства-члены нашей структуры, с тем, чтобы мы их лучше сопровождали в области вопросов последствий новых технологий, где речь шла о политических процессах, о процессах соблюдения прав человека и так далее. Мы во всех этих направлениях можем оказать вам помощь. Существует целый ряд организационных структур ООН, уже в соответствии со своим мандатом работает по данному направлению, но есть и другие организации в рамках ООН, которые создают свои мощности для того, чтобы поддерживать государства-члены нашей группы. Я думаю, инициативы мы реализовали довольно успешно. Мы работаем уже над новой редакцией, где будут включены новые задачи и новые вопросы. И речь будет в первую очередь идти о том, как ООН могут внести свой вклад лучше в то, чтобы лучше понимать новые технологии и поддерживать государства, которые требуют нашу помощь в процессе больших изменений, которые связаны с новыми технологиями. И мы, конечно, оказывать наилучшую поддержку. Большое спасибо еще раз за ваши комментарии и большое спасибо за то, что вы так терпеливо выслушали мои комментарии. Большое спасибо. Даниила, вам представляется слово. Большое спасибо. Я буду выступать кратко, с тем, чтобы мы вовремя могли завершить свое мероприятие, потому что здесь будет процедура открытия форума. Благодарю вас за все ваши комментарии и идеи. Я много чему научилась, много себе записала. И особенно мне понравилась та картина о форуме по управлению интернетом, которая является основой или базой, фундаментом по новому управлению интернетом. Мы слышали
что многие стороны заинтересованы в поддержке с идеей IGF, и, может быть, мы на этом фундаменте построим новый такой дом IGF. А что касается деталей, то мы эти детали будем обсуждать в течение следующих недель и месяцев. Также я поняла, что требуется сильное политическое участие, в том числе технических, в рамках технических дискуссий. Я согласна с господином Хохшильдом, что нет сомнения в том, что вопросы правовых, так сказать, отношений, они должны также соблюдаться и в интернете, и соблюдение права. Затем было много призывов по укреплению финансовых ресурсов. Я очень рада, что господин федеральный министр Альтмайер вчера уже заверил, что Германия будет поддерживать IVF $1 миллионом США ежегодно. И я надеюсь, что все государства будут ориентироваться или возьмут эту позицию в качестве ориентира. Мы должны себе задать вопрос, как мы можем получить более, скажем, осуществляемые идеи в рамках нашей работы. Также был призыв к усиленному соучастию и участию вот в нашей работе. Я думаю, это относится к периодам между заседаниями нашего форума. Германия была названа здесь чемпионом или модератором, или ведущим по процессу круглого стола после нашего форума, после нашего заседания. И я думаю, мы будем стараться, чтобы уровень инклюзивности был возможно, высоким. Пожалуйста, обращайтесь к нам, если вы хотите принимать участие. Мы сделаем все возможное, чтобы вы могли участвовать в этой работе. Большое спасибо. У меня тоже есть несколько комментариев, и потом я хотела бы поблагодарить вас. Сначала я хотела бы объявить, что работу IGF я уже в течение многих лет сопровождала, и за ее деятельностью наблюдала. Я думаю, что политику в техническую форму превратить трудно. Просьба такая. Проинформируйтесь, ITF не является политической структурой и всегда старалась не принимать, и представляла против того, чтобы политические решения или были, скажем, реализованы в рамках технологии. Хотел бы поблагодарить вас за ваше участие. IGF всегда занимался вопросами развития и поддержки именно тех спросов, которые здесь существуют. В этом году очень много произошло с помощью поддержки германского правительства. В течение многих лет мы стремились к тому, чтобы частный бизнес в усиленном порядке принимал участие в нашей работе. Германия здесь очень много сделала. У нас в эту работу, к этой работе подключились депутаты Бундестага. У нас есть встречи на высоком уровне, на встрече на уровне парламентариев, депутатов наших парламентов. Также мы говорили и о фондах для того, чтобы поддержать или сделать возможным участие лиц из развивающихся государств. В последние годы мы также обсуждали вопросы гендерного равноправия и соответствующей политики, и также лучшей отчетности. Было 3 двухчасовых встречи, регулярные встречи, которые с декабря прошлого года еженедельно или каждые 2 недели встречались. Это значит, дополнительно к IGF+, мы создали новые такие структуры, и нам требуется улучшенное участие в нашей работе. Все цифры я, конечно, не помню, но секретариат располагает бюджетом в $1 миллион, и это относится не только к
из этого финансируется не только секретариат сам, но также и наружные расходы представителей из развивающихся государств. И представьте себе, это, конечно, не так уж много. Мы, конечно, не хотим звучать как испорченная пластинка, которая все постоянно повторяет одно и то же. Нам требуется дополнительная поддержка, в частности, для фонда, который финансирует поездки для наших участников. Нам в этот раз повезло, потому что мы получили финансовую, так сказать, финансовую поддержку, без которой нам не было возможно осуществить нашу работу. На этом месте я хотел бы поблагодарить переводчикам за их работу, тех, которые здесь работают с титрами, также спикеров или отчетчиков, которые в последующие 24 часа предоставят нам соответствующие отчеты, и на следующей неделе у нас будет более обширный, более тщательный, детальный отчет о нашем заседании. Я думаю, что и новая рабочая группа МАГ будет слушать нас, чтобы цифровое сотрудничество развивалось еще лучше. Если у вас будут какие-либо комментарии или замечания, то пишите, пожалуйста, нам. А нам сейчас надо будет быстро покинуть помещение, наш зал, с тем, чтобы здесь смогли произойти подготовительные работы для соответствующего, митинга после обеда. Er sieht mich, er weiß, dass ich mir eins hole. Noch mehr auf der Bühne oder hast du alle? Nein, da ist nicht alles runter, da ist es nicht. Ich habe noch ein Mikrofon geholt und ich mache jetzt noch irgendwas. Ich weiß wohl auch Bescheid. Ladies and gentlemen, would you please get this room clear for the next event as soon as possible? Thank you very much.